Фрагмент из ежедневного урока. Лектор Михаил Айтман. Вся наша жизнь — это рассказ. Это беседа. Это разговор с нами. А мы не слышим. И если мы раскроем свой слух, ухо, то мы услышим глас Творца. И действительно, каждое мгновение мы приобретем тогда связь между временем этого мира и духовным временем. Все зависит от умения связать мгновение с духовными мгновениями, то есть с духовными действиями. Если человек думает о материальном мгновении как о духовном мгновении, то что это является последовательностью действий, то он уже готов увидеть в своей жизни духовный процесс.